Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в течащие тесты, и этот тест называется «Какой в тебе таится монстр?» Вот так вот вопрос. Знаешь, что за монстр таится в тебе сегодня? В каждом из нас таится монстр. А иногда этот монстр овладевает нами. Одно можно сказать точно, твой внутренний монстр меняется с каждым днем. Сегодня ты счастливый минотавр, а завтра разъяренный призрак или влюбленный дракон. Я сегодня прочитаю, но выберите картинку, наиболее соответствующую твоему настроению сегодня. Петь, алмаз, писать. Я хочу петь. Ничего вообще не понимать. Потеть, читать книги. Читать книги пусть будет. Ночь. Ожидание холода. Шок вообще и телефончик. Пусть будет ночь. Машинка, спать, сова. Это просто набор слов. Она может кататься на машине, спать или быть совой. Пусть будет спать. Летучие мыши, лес, стул. Вот третья всегда просто добивает этот ряд. Пусть будет летучие мышки. Вулкан, вилка, шампусик или что это? Она может это, типа, побывать в Помпеи. Когда там вулкан, короче, все такое. Может жрать вилкой или пить шампанское. Или вино, или что это? Что-то сейчас лагануло. Я не знаю. Ну, сейчас лето вообще, все пить хотят, но я тоже не хочу, так что... Злой человек. Бумажный самолетик и... Вообще какой-то удивленный, не понимающий ничего человек. Ну, пусть будет бумажный самолетик просто против системы. А сегодня в тебе таится разъяренный лиловый призрак. Сегодня ты в ужасном настроении и хочешь разнести все вокруг. Почему нет? Все нормально у меня. Кроме того, что это вызывает в тебе зависть или ревность. Нет, совсем нет. Помни, положение может в любой момент измениться, точь-в-точь, как монстр внутри тебя. Ну да, спасибо за упоминание, не знаю. Нет, ну я не такая. Я не разъяренный, я добрый, хороший лиловый призрак. Это вообще не я. Что. Не знаю, может, следующий тест будет более правдивый. И следующий тест называется «Какая собака тебе подойдет?» Но здесь вот опять же написано другое. Написано «Найди себе идеальную собаку». Ну, в принципе, это одно и то же. Вот какая-то девушка гуляет по парку с собакой, так что. Какая собачья конура тебе больше нравится? Дом такой, ферма или просто будка? Да, я не знаю. Вообще, я собак не очень люблю, но... И я бы держала, не знаю, собаку дома. Как бы у меня нет своего личного дома, так что... И двора для конуры. Отдельный для собачки. Ну, пусть будет обычная. Как бы ты хотела играть со своей собакой? Смотрите, этот тест не только для девочек, а еще для мальчиков. Как бы ты хотела играть с... Что это за игра такая? Что-то ходить за покупками. В бассейне что-то и по лесу бегать. Как все это связано с игрой с собакой? Ну, ладно, может по лесу там ходить. Какую сумку для переноски собак ты бы выбрала? Да никакую из них, они все розовые. Ненавижу розовые. Но если именно по комплекте, то вот это, она как бы для животных предназначена, а не просто там, типа рюкзак или что-то такое. Что тебе больше нравится? Это какой-то... это... На них, на собак эти штуки. Мне кругленькая такая нравится. Что тебе больше нравится?
Выходу, собачий корм сейчас жираем потихоньку. Что тебе больше нравится? А, лежанка какая нравится? Да, да, я не знаю. Ну, я как бы не эксперт, но мне вот это нравится. Что тебе нравится меньше всего? В смысле, как домашний питомец или просто? Птичка это, естественно, на первом месте, так что без вопросов вообще, она мне больше всех нравится. А что меньше всего? Ну, пусть будет белочка. Она какую-то заразу переносит там в парках каких-то. А какой цвет тебе больше нравится? Во, вот это вот мне нравится. Правда, некоторые девушки такие ошейники носят, ну пусть это. А какая игрушка тебе больше нравится? Все время, что больше нравится, что меньше нравится. Этот мяч для этого, для футбола американского или чего, я не разбираюсь. Мягкая косточка или какие-то ложки, которые были в этом, в Дине или где там, короче. У кого-то там из тех, кто йогурты, короче, делают, у них там такие ложки были, типа. Пусть будет мягкая косточка. Правда, собака ее разорвет. Как бы ты наряжал свою собаку? Да никак. Я вообще считаю, что наряжать собаку — это дебилизм полный и это издевательство над животным, так что... Не знаю, ну пусть будет вот это вот, как рыцарь. Какой корм ты бы выбрала? Ножка у курицы. Корм и сухие косточки какие-то. Ну, как подушечки в виде косточек. Не знаю, ну, обычный корм. Любимый Бассет Хуант? Чё ты ревёшь-то? Чё он плачет-то? А, он грустит из-за того, что ему пришлось ко мне. Отдать ко мне. Мне, блин, чё я говорю? Он говорит, нет, не надо отдавать этой непонятной девушке. Она меня убьет. И сделает из меня шоу. Любимый Бассет Хуант. Из-за обвисших складок на морде твой пес кажется несчастным. Так вот что на самом деле. Но на самом деле он вполне доволен жизнью и очень обаятелен. Бассет Хуант с его короткими толстыми лапами и забавными ушами-лопухами верный друг всей семьи. Как это с другом связано? Ну ладно. На самом деле не люблю таких собак, потому что они правда печальные выглядят. Ладно, мы перейдем к следующему тесту. Следующий тест, последний тест, называется «На какую зверюшку ты похожа?». Это опять тема животных у нас, ну ладно. Давайте узнаем. Как ты предпочитаешь одеваться? Туфли какие-то на каблуке, на высоком, на шпильке, короче, кеды, сапожки. Ну, сапожки я кеды не ношу. Какое время суток ты предпочитаешь? Ночь, день, закат. Во, вот закат — это самое, наверное, классное время. Что тебе больше нравится? Машина... А, это пароход и самолет. Да я самолеты больше люблю. Правда, я летала на них немного. А какой вкус тебе больше нравится? Вкус соли, вкус конфеты, вкус лимона. А, это... Ну, соль — это белая смерть вообще. И... Не знаю. Я и без соли могу есть нормально. Конфеты сладкие. Я вообще конфет не ем, потому что они для меня сладкие и невкусные. А вот лимон — это да, это я люблю. Чем ты предпочитаешь заниматься? Читать, жрать, тренироваться в качалке какой-то? Ну, читать, наверное. Какой из подарков тебе больше нравится? А букет цветов, украшения, конфеты. Ну вот именно как подарок мне больше нравятся конфеты, потому что... Кстати, вот эти вот всякие подарочные коробки, в них конфетки вкусные всегда. А вот именно как подарочных всяких
ну как это, детские всякие подарочные, в смысле, там, на Новый год. В них просто собраны разные конфеты, которые я люблю. Украшения, мне кажется, это слишком дорого, вообще я не ношу украшения. А цветы, ну они завянут быстро, ну... Это все равно здорово, когда тебе вообще что-то дарят, но из-за этого больше всего нравятся конфетки. А что ты за человек? Звезда? Ботан? Принцесса? А, это панк, это не звезда. Ну, ладно, будет панк. Чем ты предпочитаешь заняться вечером? Сходить в кафешку, потанцевать диско в каком... на какой-то вечеринке 80-х, там, я не знаю. Поспать. Ну чё вечером-то спать? Надо ночью спать, а вечером можно и в кафешку сходить, в какой-нибудь ресторан, не знаю. О чем ты мечтаешь? Чё это? Быть фотографом, целоваться, быть богатым. Но я... Это сразу отметается, а... Ну, фотографу я быть не хочу. Деньги, ладно. Ладно, старость копит деньги. Чем бы мне не накопить, вот, не сэкономить ничего. И тебе хотелось бы жить в горах, в лесу, в снегу или что это? А, это пляж, а, это пальма. Да блин, что такие мелкие рисунки, я ничего не вижу. Да я вообще, я в городе хочу жить, вы чё? В горах, там... Не знаю, вот точно не в лесу, потому что в лесу там много всяких бикарасов противных. И там могут быть волки, медведи, еще кто-нибудь там. Все время какие-то шорохи, кто-то на ветки наступает, все такое. На пляже я бы не хотел, потому что там жарко и вообще, не знаю. Там дом нормально не построишь, потому что там песок, а там дом просто вниз провалится нафиг. А в горах вот неплохо жить, как там где-то на Кавказе, не знаю. Люди же там живут, так что нормально. И земляничная Зюзя. Что это за зверюшка? Ты милая, чуткая, невероятно обаятельная, твой жизнерадостный нрав. Способен развеселить кого угодно, друзья просто обожают тебя за это. Да это вообще не я. Так, я вообще, по-моему, не жизнерадостная, ну ладно. Ну, в принципе, ладно, нормальный тест. Правда, я не понимаю, что это за зверюшка земляничная Зюзи. Я думала, типа, зверюшка это, там, кот, птица, ну, какая-то такая зверюшка. Не знаю, белка даже. Тут какая-то земляничная Зюзи. Вот я не знаю, кто это. Не знаю, знаете ли вы, но я вообще без понятия. Да, у меня догадок даже нет. Ну, в общем, на этом все. Это был последний, третий тест за эту серию. И, в общем, на этом все. И всем пока.